Итак, на сегодняшнем занятии мы рассмотрим уже известная нам лампочка для накаливания, обычная, маленькая. Потом у нас будет гальванический элемент, то есть батарейка. Уже нам известен выключатель или включатель по-правильному. И у нас появился слева под номером 17 треугольничек с черточкой и с двумя стрелочками. Это не что иное, как светодиод. Да, вот нам коллега показывает, что вот он диодик. Да. Это вот он диодик. Что вот этот вот элемент диодик. Называется светодиод. Этот рассчитан на меньший ток. Светодиод этот рассчитан на больший ток. Сейчас мы будем собирать цепь и посмотрим, как это все будет у нас выглядеть. То есть нам необходимо будет взять батарею. Батарейка. Она у нас вот она. Да, монтируем. И вот она еще. Да, монтируем ее в цепь. Так, не спеши, Лео. Так, батарея у нас в цепи есть. Следующее, что нам будет нужно, это лампочка.